Здорово, друзья! Сегодня я купил новый кабель гитарный и сделаю видео с распаковкой. Для этого я специально вот так вот наделся. Итак, а это, кстати, моя публика. Это безглазый котенок мяу-мяу, шоколадка, собачка гав-гав. Вся моя публика и динозаврик. Все собрались послушать новый кабель. Как же он играет? То есть ситуация какая? Сначала у меня был один кабель, и он стал выходить из строя. Ну, сейчас вот звучит. Но у него что-то здесь постоянно отходит, и иногда он звучать перестает. Вот, поэтому я купил новый кабель. И сейчас мы приступим к очень волнительному, торжественному моменту распаковки. Так, сейчас, секунду. Значит, мы вот так вот берем. Кстати, очень удобная хреновина для хранения медиаторов. Берем вот так вот. Так, смотрим. Тут написано Force. Keep your force инструмент. FGC20/2. Инструмент кабель 1/4 ту 1/4. Стоил он в магазине 440 рублей и гарантия 3 месяца. Поэтому я буду очень аккуратно распаковывать, чтобы не повредить упаковочку. Тут какая-то штука, значит. Еще какая-то штука. Ее что, разрезать, что ли, придется? Придется разрезать. На паузу можешь поставить? Ты снимай. Вот это вот я сейчас вернусь в кадр. Я вернулся. Разрезаем вот эту вот фигнюшку. Опа! Они уже собрались на мошпите, хотят начать. Кабель, значит, вот такой вот, какой-то коротюсенький. Вроде как я им говорил, 2 метра, чтобы он был. Ну, вроде как да, 2 метра. Ну, для дома мне хватит. Это нафиг. Посмотрите, какой у него огромный елдачок. Прям такой большой и железный. Втыкаем. Кстати, можем сначала включить. В принципе, уже можно играть, не подключая. О, подключил. И сейчас мы что-то сыграем. Я даже попытался настроить гитару, насколько это возможно. Звучит. Звучит великолепно. В общем, что можно сказать? Что продавцы обещали, что он не сразу сломается, а сколько-то поработает. Не знаю. Мне кажется, что за такие деньги должен работать долго и счастливо. Сейчас мы еще что-нибудь сыграем. Ну и на этом, пожалуй, обзор можно заканчивать. В общем, наверное, это хороший кабель, я на это очень надеюсь. До новых встреч. А, подожди, стой. В общем, завтра я сниму, наверное, если повезет, если даст Бог, на дом не свалится метеорит, не случится пожара, наводнения и чего-то непредвиденного, типа нападения инопланетян, то я сниму нормальное какое-нибудь видео. Либо про Толкина, либо не знаю про что.
Все. И мой динозаврик вам говорит, пока будьте няшами, слушайте металл, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь и все такое прочее.